Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джану Самаюктам Винда Аванам Манухара Банча калпатару ваше кипасинду бивача, патитананг павуне бхавишна вибью наму намах, мукан кароти бача ланг пангун ланг хетигрим, ят кипатам ханг банде парама ананду мадву, бринда вой тулси деб вой пия вой кесва сача. Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намах Нараяна намаскритта нарунчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхупадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дейям Сада Парифабхагнам Абиштудухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусвате Чаруна Равиндам Ят-пад-палла-ванакачанда-мани-чатая Виспуриджи-такамипи-гапа-вадушва-дарши Пурна-нурагра-са-сагра-сара-мурти Сара-адхи-камай-кадан-кипам Шри-кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Си-адвайта-гададхар-сива-садихи-гаура-бхакта-бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита фужау канука бодато Шанкиртаной капитаро камала ютакшо Вишам бару дижа бару жугадхар мапало Банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхаджаби Шанатам Баги Саджушва Бадани Лакшмир Джасвача Вакшаши Джасьястихидай Самбид Пам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Сандарджи кама кати сакала жавна самалладане чанда коутир ватсалья матти коутир тидаса пит куин пинам коутир одарджа сари. Гамбирджи аммади коутир мадури мони шудакшира маддико гауру дева саджият пане раса паде дарсита сучарджа кати. Сандарджи кама кати сакала жавна самалладане чанда коутир Сандарджи кама кати сакала жана самалладане чанда котир ватсалья матти котир тидаса пит пинам котир одарджа сари. Гамбирджи аммади монир судакшира маддхика саджи са гаура дева саджият пуне раса паде дарсита асчарджа пати. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: подобной милости не было на протяжении всей истории человечества. Во всей истории человечества никто не раздавал подобной милости. Поразительный дар. Это милость. Поразительный дар. Именно поэтому Шрила Рупа Госвами Пад написал эту шлоку. Не было никогда прежде подобной милости. И сегодня мы хотим поговорить об этой милости. Но прежде всего, первое, что хотел сделать Чайтанья Махапрабху, показать нам, что этот материальный мир, хоть и полон наслаждений, но если мы прибегнем к ним, мы не сможем получить его милость, милость Чайтаньи Махапрабху. Самое первое, что хотел донести до нас Махапрабху, необходимость очищения зеркала сердца. Поскольку пока мы хотим наслаждаться, мы не сможем принять тот дар, который принес нам Махапрабху. Поэтому-то он и учит нас, что прежде всего необходимо избавиться от наслажденческого настроения, от склонности и стремления к наслаждениям. Это называется бава-рога, материальная болезнь. Материя и трансцендентное не могут сосуществовать. Не могут существовать вместе. Материальное и трансцендентное не могут находиться вместе. Поэтому и сказано, мы не можем видеть апракритавасту. Трансцендентное мы увидеть не можем при помощи своих органов чувств, поскольку они материальны.
наш ум, наш интеллект. Но Шриман Махапрабху показывает нам, как совершать Кришна-бхаджан. Когда он пошел в Аллахабад, он пришел на слияние трех священных рек — Ганги, Ямуны и Сарасвати. На другом берегу находилась деревня под названием Арайльграм. И Валабхаачарья, великий преданный, пригласил его в свой дом, который находился в этой деревне. Рупа Госвамипад и Анупам сопровождали Махапрабху. Они переправились на другой берег и начали служить Махапрабху. Но Махапрабху знал, что Валабхаачарья не был абсолютно лишен гордости. То есть какая-то гордость еще была в его сердце, поскольку он родился в знаменитой семье. Поэтому он не принял поклон от него. Он сказал: не прикасайся ко мне, я из низкого происхождения. В той деревне жил один замечательный браман, который был очень образован. И поскольку Махапрабху пребывает в сердце каждого, являясь антарьями, он начал задавать вопросы этому браману. Он спросил, какая дхама самая высшая, кому мы должны поклоняться, и что мы сможем обрести благодаря поклонению. Этого брама назвали Рагхупати Упадьяя. И он отвечал. Матхура Пури. То есть Вриндавандхам. Вриндавандхам занимает высшее положение. А Шьямасундар является божеством, которому мы должны поклоняться. Мы знаем, что Кришна вечно пребывает во Вриндаванадхаме, совершая там свои лилы в возрасте Кишора. Это цель Гаудия Бхаджана. Кришна является целью нашего Бхаджана. Кришна в возрасте Кишора. Юный возраст, когда мы, являясь Гаудия преданными, последователи Рупы Госвами, и Рупа Госвами говорит, высшая раса. Та раса, которая
изначально. В Гите, в 10 главе, также говорится об этом. Мадхура раса. Все расы происходят от нее. Она является изначальной. Итак, это то, чему прежде всего хотел обучить нас Махапрабху. Analytically, in his life, when coming back to на своем собственном примере. So, first of all, Mahaprabhu going to South India, here, there are so many traveling. Он преподносил нам уроки. На протяжении своей жизни он совершил много паломничеств, но в последние свои годы он был глубоко погружен в себя и не хотел ни с кем разговаривать. Итак, Валабхачарья, произошла встреча Валабхачарьи и Махапрабху. А затем он встретил Махапрабху в Пурушоттама-дхаме для того, чтобы ради какой-то пратиштхи. Он показал, хотел показать Махапрабху комментарий на Шримад Бхагаватам, который написал. И в этом комментарии он пренебрег Шрила Сидар Госвамипадом. Но Махапрабху никогда не терпел, когда кто-то оскорблял чистых преданных. Поэтому он очень разозлился. Он, прочитав комментарий, он сказал, Шридхар Госвамипад пишет полностью противоположное, поэтому я не могу принять твои комментарии. Ты ослушался Шридхар Госвамипада, а Шридхар Госвамипад является изначальным комментатором Бхагавата. По милости Нрисингхадева, он составил свои комментарии. Поэтому мы не можем пренебречь его комментариями. Если жена не слушает мужа, ее приравнивают к блудницам. Так Махапрабху ругал его, тем не менее он не изменился. Он вновь написал комментарий, но уже на о Кришнанаме и захотел прочесть их Махапрабху. Махапрабху сказал, я на самом деле глуп, мне неинтересна тема твоих комментариев. Я знаю лишь Кришну и никого, кроме него. То есть он знал, что тот хочет какой-то славы, и поэтому хотел избежать общения с ним. Бал Гупал.
Изначально он поклонялся Балгопалу, но зачем? Затем он захотел обрести Мадхуру Расу. Он обратился к Гададхара Пандиту за мантрой. Теперь некоторые утверждают, что Валабха Ачарья якобы не получал инициацию от Гададхара Пандита. Но это факт, что он получил инициацию от Гададхара Пандита для того, чтобы совершать Мадхура Раса Баджан. Итак, прежде всего мы хотим обсудить то, почему Махапрабху так почитал Апракрита расу и пренебрегал материальной расой, ругал за материальное наслаждение. Как мы знаем, он жестоко наказал Чота Харидаса. Но при этом выражал огромное почтение Рай Рамананде. Прежде всего, нам необходимо найти ответ на этот вопрос. Гораздо лучше выпить яд и умереть, чем вступить в недозволенные отношения. Если вы приняли отреченный образ жизни, но при этом стремитесь наслаждаться, Махапрабху не простит этого. Махапрабху может простить, если в вашем сердце какая-то слабость. Хорошо, слабость есть, это Махапрабху примет, но он не примет лицемерие. Поэтому гораздо лучше выпить яд и умереть, чем стремиться к материальным наслаждениям, бежать за материальными наслаждениями. Когда вы уже приняли решение совершать Кришна-бхаджан, когда вы приняли отреченный образ жизни, лишь намек на материальные наслаждения не позволит вам совершать нанда-нандана баджан. Если вы действительно хотите совершать нанда-нанда-набаджан, нанда-нанда-на-шри-кришна-баджан, но при этом у вас есть малейшее желание наслаждаться материально, вы не сможете совершать этот баджан. Даже поклонение Нараяне, Нарисинге, Вишну-татве, то есть любое, кому бы то ни было из Вишну-татвы, вы не сможете совершать баджан, если хотите наслаждаться материально. Поскольку для того, чтобы его совершать, необходимо быть чистым. Осквернение не допускается. Что уж говорить о Кришна-баджане? Очень строго. Повторяя ведические мантры, следуя Вайди-маргу, Кришна-баджан совершать невозможно. Вы знаете, что такое Вайди-марг? Вы следуете каким-то правилам, предписаниям, повторяете мантры, ведические мантры. Постарайтесь, попробуйте. Not possible.
невозможно. Если пуджари заходит в алтарную комнату для того, чтобы поклоняться божествам, Радхе и Гопинатху, или ради Говинде, если он поддерживает чистоту, если в его сердце нет никакого сквернения, если он получает милость гуру, максимум, что он может сделать, говорит Прабхупад, провести пуджу Лакшми Нарайне. Но там же нет Лакшми Нарайне, там же Рада Гопинат. Как же это возможно? Но Прабхупад объясняет. Да, там божества Арадхи и Кришна. Тем не менее, все, на что он способен, это поклонение Лакшми Нарайне. Потому что Кришна Бхаджан совершать при помощи мантр, тантры и так далее невозможно. Совершать Кришна Бхаджан можно лишь следуя Рагамаргу. Следуя Вайдья Маргу, невозможно обрести Кришну, даже в совершенстве следуя. Чтобы поклоняться Кришне, необходимо выйти за границы Вайдья Марга и принять прибежище в Раджавасе. Какой бы расе вы ни стремились, я сейчас не говорю исключительно о Мадхуре расе, если кто-то стремится к Ватсале расе, или Сакха расе, или Дасья расе, вы должны принять прибежище в Раджавасе. Есть Браджаваси, которые служат в Дасья-расе. И вам необходимо принять прибежище у них. Вам необходимо, прежде всего, чтобы понять, к чему вы стремитесь, к чему у вас есть вкус. Вкус невозможно привнести искусственным образом. Изначально он уже есть в нас. Джива сварупа дживы не меняется. Мурари Гупта Рупа Санатана давали наставление Анупамме. Совершай Кришна Бхаджан. Это гораздо лучше, чем поклонение Рамачандре. Я говорил вчера о том, что горы Нарайн Кришна занимает высшее положение. Никто не может, нет никого выше его. Потому что именно с Кришной возможен взаимообмен пятью расами в полной степени, без всяких ограничений. В Рамалиле с Рамачандрой Каушалья выражала почтение. Дашаратх Махарадж испытывал любовь. Тем не менее, это неполноценная любовь. Она не достигает вершины,
она не достигает такого пика, как это возможно с Кришной. Подобной ватсалья расы нет в Лиле Рамачандре. Точно так же Деваки не обладает такой любовью к Кришне, как мама Ишода. Она не способна на это, поскольку есть определенные ограничения в ее любви. Браджаваси любят Кришну, а Кришна любит их. Кришна отвечает на любовь. Мама Ишода любит Кришну, а Кришна отвечает ей. Любовь мамы Ишоды к Кришне безгранична. Подобной любви нет ни в одной из брахманд. Ее не с чем сравнить. Она несравненна. И Кришна отвечает на эту любовь. И любовь обоих доходит до пика. Нет границ, нет препятствий. Хотя там могла бы появиться какая-нибудь Айшвария, как это произошло с Деваки. Но этого не происходит. Поскольку если бы мама Ишода подумала: «О, Кришна, Бхагаван», подобной любви не было бы. Арджуна, который описан в Бхагавад-гите, то есть с кем произошел разговор в Бхагавад-гите, был лучшим другом Кришны. Тем не менее, любовь этого Арджуны не сравнится с Арджуной Сакхой, который во Врадже, поскольку Арджуна с поля битвы Курукшетры порой думал: «Это мой друг Кришна», но в то же время порой он вспоминал, что это Верховная Личность Бога. Но и когда появляется Айшвария Гьяна, понимание, что это Верховная Личность Бога, любовь не может достичь своего пика. Махапрабху не дает нам наставление вставать на путь Айшвария. Если мы хотим, то есть, что я пытаюсь сказать, если пуджари чист, у него нет материальных желаний, но при этом он заходит в алтарную, максимум, как говорит Прабхупад, он может поклоняться Лакшми Нарайне. Поскольку любить Кришну не так просто. Для того, чтобы обрести любовь к Кришне, необходимо принять прибежище Браджаваси. Другого пути нет. Какой бы расе вы ни стремились.
Люди путают материальную любовь мужчины и женщины. И любовь трансцендентную Радхи и Кришны. Они сравнивают их. Итак, для того, чтобы по-настоящему поклоняться Кришне, необходимо Нанда-Нанда на Кришне, необходимо принять прибежище Браджаваси и получить мантру. Вы слышали о Пуруша Сутта мантре? Именно благодаря, именно с помощью нее Брахма удовлетворил Бхагавана. Брахма и полубоги, когда демоны нападали, отправились на берег океана и стали возносить эти мантры. Но для того, чтобы поклоняться Нанда-Нанда на Кришне, необходимо повторять Камгайтри и Камабидж мантры. Необходимо понять их глубинное значение. Вам нужно получить знания о них от своего Гурудева. Это очень сокровенное знание, которое никто, кроме вашего духовного учителя, вам открыть не сможет. Почему гопи испытывают такое колоссальное влечение к Кришне, а Кришна к ним? Это не материальное влечение. Его даже нельзя сравнивать с ним. Это полностью трансцендентное влечение. В Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что когда юноша смотрит на, когда девушка смотрит на юношу, она испытывает влечение. Это материальная кама. Глазами они бросают стрелы любви. Друг в друга. Юноша, девушка стреляет, выпускает стрелу любви и пронзает сердце юноши. Это работа Камадева, материальная кама. Итак, девушка и юноша влюбляются друг в друга. Но то, что происходит в мире трансцендентном, совершенно отлично от этого. А нам кажется, что это то же самое. Но если бы это было так, почему бы Махапрабху так жестоко наказал Чхота Харидаса? Хорошо, если он совершил какую-то ошибку, почему бы Махапрабху было его просто не простить? Ведь он так милостив. Но он не сделал этого, потому что тем самым он хотел преподнести большой урок всем нам. Если кто-то принял отречение, но при этом
не избавился от материальных желаний, от, имеется в виду от желания к материальных наслаждений, ему нет прощения. Уже впоследствии, когда Чота Харидас находился в теле Гандхарва, он получил прощение, Махапрабху простил его. На самом деле он физически не совершил ничего запретного, лишь в уме промелькнула какая-то кама, какая-то вожделенная мысль. Это был только намек на нее. Но Махапрабху сразу же все понял и тут же отверг Чота Харидаса навсегда. Спустя один год, поняв, что Махапрабху не простит его, Чота Харидас отправился в Аллахабад и бросился в слияние трех священных рек. Мы не можем назвать этот поступок самоубийством. Потому что он сделал это из-за глубочайшие разлуки. Он хотел обрести лотосные стопы читания Махапрабху. И с желанием этого он бросился в воду. Поэтому это не самоубийство. Вспомните случай с Сати Деви, когда она погрузилась в медитацию, ее тело загорелось, и так она оставила тело. Она сделала это умышленно, потому что она услышала оскорбление в адрес Шанкара Бхагавана. Она услышала, как ее отец совершил вайшнава апарадху, критикуя Шанкара Бхагавана. И поэтому ее поступок мы тоже не можем назвать суицидом. Она хотела служить лотосным стопам Шанкара Бхагавана, хотела очиститься от апарадхи, которую услышала. Так вот, мой вопрос в следующем. Если с внешней точки зрения, в чем разница камы материальной и камы трансцендентной? Казалось бы, отношения между Гопи и Кришной полностью напоминают отношения между юношей и девушкой в материальном мире. Но если бы они были одним и тем же, Махапрабху никогда бы не наказал Чота Харидаса. Но при всем этом, как мы знаем, он выражал огромное почтение Рай Рамананде. Прадюмна Мишра, замечательный преданный браман, он очень любил Махапрабху. Однажды он обратился к Махапрабху: «Я хочу послушать, хочу слушать Харикатху от тебя». А Махапрабху, будучи Верховным Господом, сказал: «Я не знаю, что такое Харикатха. Прежде я слушал от Рай Рамананды, но теперь он уехал в свою деревню. Если хочешь услышать Харикатху, отправляйся к нему». И Прадюмна Мишра послушал его и пошел к Рай Рамананде. Придя к нему, его слуга сказал, что сейчас Рай Рамананда занят очень сокровенным служением. И так он долгое время ждал. И в конце концов спросил слугу, о чем он занят.
Когда он услышал, что делает Рай Рамананда, в этот момент он находится с юными девушками, которых обучает танцам. Услышав об этом, он был в шоке, он вернулся назад к Махапрабху. Он проводит время наедине с юными девушками. Поскольку Махапрабху находится в сердце каждого, он знал о мыслях и чувствах Прадьюмна Мишры. Когда они встретились, он спросил: «Ты услышал Харикатху, ты Рай Махашая?» На самом деле у меня не получилось. Он был занят. А Махапрабху сказал: «Иди, прямо сейчас иди и услышь Харикатху от него. Не думай, что он себя ведет неподобающим образом. Он единственный, кто может совершать подобное служение». Единственный, кто может обучать юных девушек танцам. Я саньяси, но когда я слышу имя женщины, я претерпеваю изменения в сердце. Но лишь Рай Рамананда обладает таким могуществом, что не испытывает никакого влечения к девушкам, даже находясь с ними наедине. И этими словами Махапрабху преподносит нам урок, раскрывает нам очень сокровенный момент. Он громко провозгласил это. Только Рай Рамананда обладает такой квалификацией, таким адхикаром. И я могу заключить, говорит Махапрабху, его тело нематериально. Если кто-то испытывает влечение к материальному, испытывает влечение к противоположному полу, его тело не трансцендентно, потому что тело трансцендентное не может испытывать влечение ни к противоположному полу, ни к деньгам, ни к славе. То есть это пример, то есть это признак, по которому можно определить, кто есть кто. Пока мы не поймем, какую милость принес Махапрабху, мы не сможем постичь Апракрита Таттву. Рай Рамананда написал драму «Джаганнат Валлаб Натак» на санскрите. У меня есть эта книга. И в этой книге он описал бхаву, которую испытывает Радхарани, Лалита и Вишакха. Так замечательно. Трансцендентное описание. И Рай Рамананда хотел разыграть эту драму перед Джаганнатхом. По сей день, около 11 часов вечера, перед Джаганнатхом поют Гита Говинду. Девидаси, которые посвятили свою жизнь Джаганнатху. У них нет мужей. Перед тем, как Джаганнатх отходит ко сну, Девидаси танцуют перед Джаганнатхом. И никому не разрешается находиться при этом и видеть этот танец.
И таким образом Рай Рамананда обучал вот этих девушек танцам, чтобы поставить эту пьесу. Он обучал их движением тела, движению глаз, расположению рук, пальцев. Это целая наука. Пение, танцы. Есть целая шастра, как петь. Утром одна мелодия, затем она меняется, к обеду она другая. Итак, Рай Рамананда обучал юных девушек, но при этом не испытывал никакого влечения к ним. Помимо всего, он даже сам помогал омываться этим девушкам. Он одевал их. Поскольку его тело трансцендентно, апракрита, точно он совершал такое же служение, какое совершает Манджари Радхарани. Да, с внешней той точки зрения он мужчина, тем не менее он гопи. Он Вишакха Сакхи, а Лалита Сакхи — это Сваруп Гасай. А кто-то говорит наоборот. Итак, прежде всего, Махапрабху хочет избавить нас от ложных концепций. Мы никогда не сможем начать Кришна Бхаджан, если не поймем этого, если мы не поймем, насколько милостив Махапрабху, что Он дарует нам абсолютно все. В материальном мире, как я уже говорил, даже самая сильная любовь истории, которые мы знаем, но и Дамаянти, Лайла и Маджну, они пожертвовали своими жизнями ради возлюбленного. Они были готовы умереть. Но даже о их любви мы не можем сказать, что она чиста. Несмотря на то, что девушка готова отдать жизнь за своего возлюбленного, а юноша за нее, чистой мы их любовь назвать не можем. Потому что какое-то осквернение там 100% присутствует. Ведь в материальном мире невозможна чистая любовь. В Махабхарате описана история Нола и Дамаянти. Это действительно сильнейшая любовь, но трансцендентно мы ее назвать не можем. Поскольку апракрита любовь полностью отлично.
Прежде всего, необходимо выйти за пределы своего ума, своих умственных способностей. То есть имеется в виду, нужно выйти за пределы материального мира. До Брахмы можно дойти, но трансцендентного мира там не найти. То есть все это материально. Все это Брахманда, которая материальна. Но когда мы выйдем за границы материальных концепций, материального мира, мы обретем несравненную любовь. Когда наше сердце полностью очистится, когда в нем будет лишь шуддха-саттва-бхава, когда она будет сиять в нашем сердце, мы почувствуем расу, почувствуем расу в своем сердце. Но когда в отношениях между мужчиной и женщиной всегда есть какое-то стремление наслаждаться. И Рупа Госвами подпишет, что мы отвергаем ее как нечто грязное, поскольку мы поклоняемся апракрита расе, расе трансцендентной. А эта материальная любовь может, из этой материальной любви мы можем отправиться в ад навечно, а трансцендентная любовь возвысит нас. И дарует величайшее счастье. Рупа Госвамипад говорит, что мы плюем на эту материальную, грязную любовь. Когда я почувствую превосходство Кришна-расы, если я буду, у меня перед глазами будут возникать какие-то объекты наслаждения, я буду просто плевать на них. Буду отвергать их как нечто грязное. А глупцы сравнивают материальную любовь с отношениями Кришны и Гопи. Они заявляют, если Кришна совершал танец раса с тысячей Гопи, почему я не могу поразвлекаться с одной? Таких людей необходимо бить. Вот это негодяи, которые не понимают настроение Кришны. Они сравнивают себя с апракрита Кришной, с трансцендентным Кришной, с Бхагаваном. Прабхупад говорит, покажите мне, выйдите те, кто хочет, кто выискивает недостатки в Кришне, кто хочет сравниться с Кришной. Кришна — высший наслаждающийся. Он может наслаждаться чем угодно, когда угодно, кем угодно. Но мы — обусловленные души. И даже намек на каму может разрушить всю нашу жизнь.
У нас нет права наслаждаться. У Кришны, Кришна обладает абсолютным отречением. Именно поэтому мы называем его верховным наслаждающимся. В Бхагаване присутствуют шесть совершенств. Одна из них — вайрагия, абсолютное отречение. Я уже объяснял, на протяжении целого месяца я говорил о таинстве раса-лили. Я объяснял, что она нематериальна. И тот же самый Кришна проявляет несравненное отречение, придя сюда как Господь Чайтанья. Но тот же самый Шри Кришна Чайтанья уже в форме Кришны танцует с бесчисленным количеством гопи. Прабхупад говорит, что Кришна — верховный наслаждающийся. Он не такой, как мы с вами. Поэтому в последней шлоке Шикшаштака Махапрабху говорит: Махапрабху преподносит уроки нам. Ни Рамачандра, ни Кришна не делает этого. Кришна просто совершает лилу. Но кто же обучит нас? Кто даст нам знания? Это делает Чайтанья Махапрабху. Махапрабху говорит: Кришна может обнять меня, а может прогнать. Все равно он мое единственное прибежище. Как бы там ни было, он мое сердце. Что бы ни делал Кришна, мы не должны подвергать это критике или осуждению. Если вы делаете это доказывает, что вы не совершаете Кришна-бхаджан. Тот, кто совершает совершенный Кришна-бхаджан, не испытывает ни... Он никогда не жалуется. Как бы Кришна ни относился ко мне, он может прогнать меня, может бросить в океан страданий. Я никогда не отрекусь от него. Он — мое сердце, мое единственное прибежище. Итак, обусловленная душа настолько высокомерна, что готова сравнивать себя, готова сравнивать свою грязную каму, свое вожделение с Кришной. Кришна на одним своим мизинцем может поднять и на протяжении 7 дней держать Говардхан. Если я вам дам 5-килограммовый камень, сможете вы на мизинце удержать хоть какое-то время? Всего 5 килограмм. Не сможете. Если кто-то будет имитировать Кришну, он умрет. Шанкар Бхагаван выпил самый страшный яд, который был произведен из пахтания океана. Если бы вы выпили хотя бы каплю, смогли бы вы выжить после этого? Нет. А мы сравниваем себя с Шанкар Бхагаваном.
Итак, Кришна — Верховный Наслаждающийся, поскольку Он обладает абсолютным отречением. Ему присущи все шесть богатств. Он обладает в полной степени шестью богатствами — вайрагьей, гьяной и так далее. После того, как Чайтанья Махапрабху принял саньясу, он проявлял такое отречение, что не найти подобного во всей Брахманде. Кришна — единственный герой, единственный наслаждающийся. Для того, чтобы понять Махапрабху, необходимо понять его учение. Для того, чтобы понять милость, которую он принес, необходимо понять его учение. В материальном мире полно героев и героинь. Но в мире трансцендентном Кришна — единственный герой. Он — Абсолют. Нараян героем не является, так же, как и Вишну. И в трансцендентном мире один герой и бесчисленное количество героинь. В материальном мире столько жалоб, когда герой жалуется на героиню или героиня жалуется на героя, но в мире трансцендентном лишь один герой, соответственно, нет ничего подобного, нет соперничества, нет зависти. Кришна — единственный наслаждающийся. Я могу привести еще один пример того, что Апракрита раса Мадхура раса на Галока Дхаме самая высшая, но та же самая Мадхура раса, которая проявляется в мире материальном, очень грязна. То есть Мадхура раса — это вершина. Но та же самая Мадхура раса, которая здесь, в материальном мире, настолько грязна, что, как говорит Рупа Госвами, мы на нее плюем с отвращением. Так происходит, потому что в материальном мире это она является перевернутым отражением трансцендентной расы, той, которая проявлена в трансцендентном мире. Если мы встанем перед зеркалом, мы увидим свое отражение, и мы не сможем его притянуть к себе. Все то же самое. Это мы двигаемся и видим свои движения.
но обнять его, прикоснуться к нему мы не сможем, потому что оно нереально, это просто иллюзия, иллюзия, отражение. Таким образом, то же самое, то есть отражение, полное отражение того, что мы видим в материальном мире. Точнее, в материальном мире полное отражение любви трансцендентной, но в перевернутой форме, в искаженной форме. И это не подлинная любовь, всего-навсего искажение. Следующий пример. На берегу озера может расти кокосовое дерево, может расти пальма. И мы увидим отражение дерева в воде. То есть оно стоит на берегу водоема. И отбрасывает отражение. Если мы посмотрим на него, то, что в действительности находится у дерева внизу, корни дерева будут вверху. А верхушка, вершина дерева будет внизу отражение. Итак, то, что в трансцендентном мире является вершиной совершенства, в материальном мире становится грязным и порочным. Так же, как в трансцендентном мире апракритараса занимает высшее положение, в мире материальном она занимает положение низшее. Очень-очень грязной она становится в мире материальном. Итак, мы должны понять то, чему хотел обучить нас прежде всего Махапрабху. Если мы будем стремиться к материальным наслаждениям, мы не сможем совершать ни рупануга, ни руганугу, а баджан. Махапрабху первое, чему учил, отказаться от материи, от наслаждения ей. Когда мы откажемся от материальных наслаждений, мы сможем развить самбандха гьяну. Но прежде всего необходимо выйти из-под влияния майя. Прабхупад говорил, что если мы не осознаем свою изначальную сварупу, то все бессмысленно. Но речь идет не о каких-то измышлениях, когда мы начинаем вдруг думать, о, я гопи,
и начинаем наряжаться, как гопи. Речь не о том, что взять и стать гопи ни с того ни с сего. Иначе почему бы Рупа и Санатана просили Анупаму начать поклоняться Кришне? Они объясняли ему, что поклонение Кришне более возвышено, выше, но он не смог, потому что он по своей сварупе был слугой Рамачандры. Махапрабху, сам Кришна, советовал Мурари Гупте: «Мурари, почему бы тебе не начать поклоняться Кришне? Кришна так милостив, полон расы». А тот отвечал: «Я постараюсь». Он старался, но ничего не вышло. И тогда он начал точить нож, чтобы покончить жизнь самоубийством. Махапрабху узнал об этом и пришел утром к нему: «Отдай мне нож, Мурари». «Какой нож? Ты что, думаешь, я не знаю? Думаешь, я глупец? Я знаю даже, куда ты положил его. Я знаю, откуда у тебя этот нож. Я знаю, кто сделал этот нож. Отдай мне его». И Мурари Гупта расплакался. «Прабху, я изо всех сил старался. Я пытался совершать Кришна-бхаджан, но каждый раз, когда я думал о том, что мне необходимо для этого оставить Рамачандру, мне было это невыносимо. Я не могу этого. Я отдал ему себя». Тогда Махапрабху обнял его и сказал: «Замечательно. Я хотел видеть твою ништху. Ты Хануман, так зачем же тебе прекращать Рама-бхаджан? Я просто хотел проверить тебя, хотел проверить твою веру. Конечно, совершай Рама-бхаджан. Если вы будете повторять совершенный харинам, чистое святое имя, вы осознаете свою сварупу. Бхактивинода Тхакур говорит, что бхаджан — это не то, чему можно обучить. Это он... Я сейчас слово повторяю то, что написал Прабхупад. Он говорит, повторяя чистое святое имя, вы по милости гуру Вайшнавов и Бхагавана осознаете свою сварупу. Все проявится в вашем сердце. В действительности, это же писал Наротам Дас Такур в своем киртане. Необходимо Наротам Дас Такур не говорит о каких-то измышлениях по поводу сварупы. Okay.
Но по этому поводу есть много недопониманий. Точно так же ваша сварупа может проявиться в сердце вашего подлинного гуру. Сварупа не меняется. У кого-то изначально дасья раса, у кого-то другая раса. Подумайте сами, если общение с тем, кто обладает этой расой, меняет сварупу, то почему не изменился Мурари Гупта? Почему не изменился Анупам? И Рупа Госвами, и Санатан Госвами являются Манджари. Так почему же не изменился их младший брат Анупам? Именно общение с тем, кто обладает бхавой, расой, поможет нам осознать свою сварупу. Бхактивинод Такур в Джайвадхарме, Бхактивинод Вани Вайбхав говорит об этом. Когда вы осознаете свою сварупу, вы будете обретете трансцендентное счастье, вы будете поражены. If you understand the sarupa Gauranga Mahaprabhu, now you are getting some image. Если вы поймете, постигнете сварупу Гауранги Махапрабху, сейчас у вас какое-то небольшое представление. Его милость безгранична. Ни одна из аватар не давала столько милости. Ни одна из аватар не стремилась так помочь дживам. Махапрабху говорил: «Вставайте, вставайте! Вас ждет такое сокровище! Зачем вы тратите свою жизнь впустую?» Махапрабху не давал каких-то лекций. Он обучал нас своей лилой, своим собственным поведением. Своим собственным примером. Иногда он проявлял Гопи Бхаву, иногда Радхарани Бхаву, иногда Манджари Бхаву. Сегодня Адхивас Титхи. Не тратьте впустую ни секунды вашего времени, иначе Гауранга не проявится в вашем сердце. Вы должны задействовать в служении каждую секунду своего времени. Завтра мы продолжим по благословению Гуру Варги.